Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня для любителей криптомонет, криптовалюты, у меня новый биткоин-кран. Называется Hit Knavari Bitcoin Faucet. Значит, регистрация здесь простейшая. Вводите юзернейм, email, адрес, пароль. Так, сюда страну. Сюда мы вводим, что мы вводим? Мужчина, женщина. Биткоин адрес можете и прямого кошелька, или с Faucet Hub по выбору. Ну, или тот, или тот. Ну, или как я, у меня прямой привязан к Faucet Hub. Разгадываем капчу, ставим галочку, нажимаем регистр на почту. Ничего не пришло. Я войду в аккаунт. И мы будем собирать биткоин сатошики. Логин. И так вот наш кран выглядит изнутри. Значит, сразу здесь вот на главной страничке находится на домашней наша партнерская ссылочка. И партнерская ссылочка еще находится вот здесь, внизу. Так. Это наша статистика. Далее здесь есть кран. Вот это каждые 2 минуты можно на нем собирать биты. Так, сейчас разгадаем кран. Нажимаем Roll. И вот столько нам дают. И мне дали. Что мне дали? Вот. 2 бита. Значит, через 2 минуты перезагружу страничку. Можно опять заново. Вот 1 минута идет отчет времени. Каждые 2 минуты. Вот я собирала, мне давали 6 вот этих монеток. Сейчас мне дали 2 монетки. Так, итого у меня уже стало 13 сатошиков. Тут как бы баланс. Также можно здесь рекламировать. Как бы ПТС, баннеры сюда нажмете. И давайте на чем здесь зарабатывать мы будем. Значит, ну вот это Faucet кран. Так, ПТС, АДС тоже. Каждые 15 секунд идет. Нажимаем, нас перебрасывает на страничку. Просит подождать. Загружается шкала. Сейчас немножечко подождем. И разгадываем капчу. Вот видите, вот сюда нажимаю. Все, мне засчитали монетки. Так, далее есть короткие ссылки. Так, вот это вот здесь вот можно на крестик нажимать. Шортинг, визит шортинг. Здесь тоже можно как бы зарабатывать биткоин сатошики. Далее здесь что у нас? Море. Так, здесь так, рефералы здесь отображаются, будут ваши рефералы. И что здесь можно получить, как бы бонусы еще. Переведем на русский. И что у нас здесь нам можно сделать? Пост опубликовать на Facebook. Нам дадут 25 монеток. Далее. Так, на веб-сайте опубликовать это все, что мне не переводится. Так, показать оригинал и перевести. Ничего не переводится, ладно. Так, вот на веб-сайте это все опубликовать тоже сделать. Можно это все перевести. Дадут 75 бит. И в блог тоже. Значит, дадут монеток.
и записать краткий видеообзор дадут 200 вот этих битс. Так, сюда вставляем адрес YouTube канала на свое видео, направляем, и нам на счету дадут потом монетки. Так, далее здесь мы работаем, мы работаем на Basic Free, и нам, обратите внимание, минимум виндраф 3000 биткоин сатошев на Faucet Hub. Напрямую биткоин кошелек здесь уже как бы много, так вот его. И вот статус free. Ну а здесь уже по желанию, как бы. У меня не переводится на русский. Плохо. Но это потом. Сами уже переведете и почитаете. Вот. Так. Здесь вот Silver 50 сатошиков. Gold 100 BTC. И там дороже. Что еще здесь? В принципе, такое я основное вам все рассказала. Реферал контекст, реферал групп, майнинг есть. Это уже тоже здесь по желанию. Устанавливаете мощность тут, насколько, нажимаете старт. И у вас тут будет майниться сатошики. Так, далее опускаемся ниже. Нет, не сюда. Вернемся в Faucet. Так. Сколько здесь очень много реклам. Так. Ну, вот здесь вот ниже это можно поделиться. Facebook не принимает. Twitter, я боюсь, что тоже. Но Google у нас как бы сейчас нет. Нет. Так. Есть вопросы-ответы. Это на главной страничке, на где мы регистрировались, тоже можно это все будет прочесть. На вывод делать вот здесь нажимаем виндраф, и у нас появляется вкладочка, и мы выбираем, так, что вы хотите. Вот должно появиться как бы, ну что-то у меня зависло. Так, ну биткоин или на Faucet Hub. Так, у меня подзависло. Нет, надо вот сюда идти. Они там вам показывают виндраф. А вот биткоин и Faucet Hub. Ну, например, Faucet Hub, да? Нажимаете виндраф. Ну, мне как бы этого мало всего. Так. Ну, биткоин тоже виндраф. Ну, тоже как бы сатошку мало, да? Это всего. Далее вот. Ага, вот теперь вот здесь. Смотрите, вот меню. Здесь только английский язык. Как бы. И меню. Ага. Вот. Условия предоставления услуг. Политика конфиденциально. Отправленные платежи. ФАУ. И свяжитесь с нами. Здесь есть поддержка, также можно это все как бы название, адрес, сообщение, капчу и отправить это, если возникнут вопросы. Так, далее что еще такого? Ну, в принципе, я все основное такое рассказала. Кому интересно, пользуйтесь. 3000, я думаю, можно набрать. Всем удачи, больших заработков. Как наберу минималку, проверю на вывод. Но у меня как бы сомнений нет, что он не будет платить, потому что обычно такие экраны, они платят. Вот. И выход из системы. Так, что-то я хотела вам показать. А что? А, вот идут последние выплаты. Обратите внимание, вот последние выплаты, да? И вот 7 мая, 6. Вот как бы все выводят на Faucet Hub. Кто сколько вот собирает, как бы выплаты есть. И всего пользователей 1600.
49. Тут сколько уже на кране. Предложения завершены и на шортинге. Это все. Ну, теперь уже как бы, вот уже мы уже заплатили вот такое количество биткоин-сатошиков. До новых встреч!